Афоня, доброе утро. Добрый обед, Афонь. А что у нас за шарик? Кто его привез? Вава. Вава? А где Вава? Вот это Вава такая. У Вавы тут все хорошо, Вава? Привет. Привет. Помаши тете Вере. Тетя Вера, привет. А Афоня сказал сегодня новое слово. Лук. Да? Афоня, скажи лук. Где он еще ушел? Сегодня у Афони новое слово. Надо даже уговаривать. Мы с Серегой учили говорить. Лук, да? Не, ну он так вук. Вук. Но мы уже поняли, что это был лук. Готовится обед в мультиварке. Здесь подлива из куриных пупочков. Здесь еще фасоль, морковка, лук. И такое типа с подливкой. И здесь пюре. Скоро буду уже делать. Уже, наверное, сварилась картошка. Заставила чистить лук. Скажи лук. Маме, скажи лук. Маме. Еще раз скажи. Лук. Лук. Ты чистил лук? Много? На обед? Ага. Детки тут лепят, да? Зоечка. Зоечке понравилось? Афоня, что ты слепила? Не кричи. Что ты слепила, я Зоечка? Слепила. Афоня, ну ничего, мы потом разделим. Ну, Афоня, не надо смешивать, ладно? Ты хочешь большую булочку сделать? Ну, скажи Антоше. Нет, скажи Антоше, какое ты новое слово сегодня выучил? Лук? Да. Вот это? Скажи лук. Вот это лук? Лук. Скажи лук. И Зоя выучила. Афонь, скажи лук. Еще не так. А Зоя уже так. Да? Мама. Мама. Мама? Лук. Это вы не мама. Мама? Да. Мама сейчас, да, будет что делать? Пюрешку? Да. Плотина. Как плотина? Вот. Так, у нас у всех обед. Папуля тоже приехал. А? Это пюре? Да, надо кушать. Это пупки, да, Афонь? Кто тут кушает мандарины? Сегодня я всем чищу мандарины. Чищу. Чищу. Сегодня я. Сегодня ты? Еще Зоя. Что, Зоя у тебя взяла? Ну, поделись, Антоша сейчас еще тебе почистит. Афонь, еще есть мандаринки, не жадничай. Зоя не будет он забирать. Успокойся, сиди, кушай спокойно. Афонечка, а ты не забирай, хорошо? Она же девочка, ты же должен делиться. Ты хочешь покатать девочек? Скажи, Зоя. Скажи, долго. Долго. Скажи, лук. Дом. Кто там? Кто там? Кто там? Зоя. Да? Будет плакать. Так, ты будешь песню нам петь? Давай, пой. Что так тихо? Что надо, надо же на кнопочки нажимать, да, Фа? Сейчас Афоня прожует. И будет петь, да? Он же знает песню. Давай быстрее! Ты знаешь песенку, Афонь? Ты так сильно не надо, ты сейчас его порвешь. Ты потихоньку. Надо нажать. У нас обалденная погода. Начался снег. Да, снег! Маленький такой. Малышка. Но уже такое, припорошил малышка, немножко. Малышка. Все, вы уезжаете все? Теперь у нас будет не тишина, а у вас тишина. Да. Да. Попробуйте, как справляться с шестью детьми. Да, мы уже пробовали пару раз. Ну как? Ну что, вроде? По углам расставил. И все стоят.
Ну что, дети уехали, и меня теперь ждет вот эта вот большая гора одежды. Я не складывала, не знаю, давно уже, несколько дней. И сейчас надо все сразу сложить и разложить по местам. Так что беру с собой YouTube и складывать. Так, ну что, мы уже собрались. Сейчас сижу и поедем за детьми. Подкинули в котел. Все, в общем. Сегодня вот такой вот у нас день. Я сегодня пропылесосила после песка и после пластилина. У нас там вообще капец, что творится. Творилось. Теперь я такая как порядочная пропылесосила. Вещи все разложила, чтобы завтра всех было удобно собирать в школу, в садик и на работу. Вот так вот. Едем до родителей. Гуляют наши. У нас плюс один сегодня. И целый день, да, как-то держится? Ну да, ну плюс один. Что это вы тут делаете? Нет, и муж мой. Да, зашел уже. В школу собрался? Афоня, ты что, в школу собрался? Покажи, как ты пойдешь. Это наш. Походи. Тюра, буду учить. Тюра, буду учить. Можно, да? Да. Ну, вообще так поможет. Чтобы получить желаемую позицию, ваши дети продают себя. Серега не захотел, да? Все, играют все в шахматы. Ну ничего, Серый, ты учишься. Чего ты так расстраиваешься? Я не учусь. В 10 лет дядя Сережа тоже проигрывал, да, дядя Сережа? Ты вот к 30 могу... научился, ты сейчас понимаешь? Сейчас могу проигрывать. Серый, ты следи, главное, может, ты его сейчас два раза можешь побить. Как бьешь, понял? Кто там есть пластилин? Ты? Или нет? Аккуратно складываем вещи. Гриша любит червячков. Я вот. Маргарита, ты вещи. На весь экран. Ага. Новый аквариум, да? А, нагреется вода. Да, воду большой. Только налили. Большой. А там видно рыба без мама. Мама, это тетя Олин. Тетя Олин? А, ну да, тетя Олин. Я просто не про ту тетю Олю подумала. Мама. Теперь они будут жить скоро в большом аквариуме, да? А это маленький. Ага. Ого. Антош, не помогай. Антош, он сам умеет. Эх, это мой! Мне Фоне тоже понравился этот дом. Ку-ку! Дальше, вот такой ключ мне найди. Голубой. Сейчас Зоечка сейчас Анфоня сделает, потом тебе даст. По очереди. Не плачь, моя зайка, не плачь. Голубой, давай посмотрим сейчас, как Афоня будет искать. Где он голубой? Ну найди мне голубой. Не плачь. Давай, молодец. Вот так немножко, вот так. Давай, открывай. Вот, молодец. Открыл. Так, зеленый найди, вот такой зеленый. Давай, вот такой зеленый найди. Скажи, да, Зоя, скажи, зеленый. Молодец, открывай. Вот так, вот так. Вот так, ставить буковку. Молодец. Теперь розовый найди мне, вот такой розовый. Самый простой, да? Молодец. Теперь вот этот синий мне найди, пожалуйста. Синий. Молодец. Да, вот да, так, да. Вот так вот. Да, да. Большой. Молодец. Опа, открылся. И последний у нас красный. Найди мне красный. Ну, а последний красный. А зачем я белый ключ? Давай, молодец, давай. А зачем я белый ключ? А по ключикам. Молодец. Все, Афоня открыл все ящички, все дверки открыл, да? Ты молодец. Так, может, ты теперь будешь закидывать всех зверей в домике, Афоня? Давайте закрываем. Прошарила, что белым открываются все двери.
Так, зеленый вставляй. Крути, она так не вставляется. Ее надо вот так покрутить. Вот смотри, вот так белочка стоит. Вот так, оп, белочка. Еще вот это какой, зеленый? Куда его? Сверху, да. Фигурки сверху. Молодец. Так, вот такую бери игрушечку. Вот такого цвета. Голубую. Да, куда мы сверху фигурку вставляем, да? Покрути. Нет, сверху. Что знаешь, там, Афоня? А что вот это такое? Расскажи. Это рыба. Вот это нельзя. С очком собрался ловить рыбу? Нельзя. Все, давай слазить, давай. Вот это попроси нельзя. Попроси у мамы, чтобы мама тебе купила такое. Попроси, скажи, мам, купи. Нет? Да ладно, давай. Скажите теперь нет. Да, скажи, хочу. Да. Нет. Да. Да нет, котичек, куда же? У нас же Марсик, он же съест эту рыбу. Ты у что? Видишь, нас закрыт. Марсик ее так ам и съест, да? И мы же тогда будем плакать, да? Очки надо засунуть. Родня, как раз сядет у вас кресло, которое качалка. И будете качаться, успокаивать. На рыбок смотри. Ага, ну, у нас один уже смотритель, ты видишь? Ему бы акваланг. Я вижу, родня. А, что? Нет, уже ж покормили, не надо кормить. Корм? Скажи, корм. Еще раз. Кушать? Давай за тебя, а я лучше. А что вот это? Оп. Ловить, скажи. Ловить? Скажи, ловить. А, трогать нельзя. Это рыбки. Это тетя Вера только, понимаешь? Все, мы домой. Тут, конечно, Кубань классно, да, светится? Да. Так, ну что, я уже наготовила, всем нагладила вещи. Решила сделать это сегодня с вечера, потому что завтра вставать в 7 утра. Боже, за целую неделю завтрака в 11 часов. Мне это кажется просто каким-то ужасом. Ай! Ну, ничего страшного, пора уже вливаться в рабочую неделю, учить уроки. Сегодня Григорий сам немножко пописал, вспомнил буквы у него «С». Бывает, иногда проскальзывает в другую сторону, но я думаю, что это ничего страшного. Вот. Что сейчас? Ребята тоже моются, я тоже помылась, сижу не на потом учить. У нас все по порядку. Сначала я, потом трое детей в одной большой ванной, и потом сижу не идет. И все, и спать. Мы немножко еще можем посмотреть телевизор, а дети уже спать. Нагладила всем все на завтра, потому что боюсь, что завтра могу не успеть все это сделать. В общем, всем до завтра. Сегодня, в общем, вот такой вот был день. Бралась в доме после пластилина и песка. И вроде бы не так уж и грязно. Дети, правда, в футбол играли. Антохи прям представлял себе здесь футболистом, одержал шорты, футболку, бегал тут по всему дому с мячом, в общем, ему было весело. В общем, ладно, всем до завтра, всем пока-пока!